Я поставила кастрюльку для риса. Сейчас сварю рис. У меня есть вот такие листы нори, то бишь водоросли, кто не знает. Я их сейчас ножницами постригу и потом добавлю в рис. И будет такой вкус, как типа рыбный. И у меня есть имбирь с имбирем. Это будет мой завтрак. Вот такие листочки. Вот он. С этой стороны он шершавый, а с этой гладкой. Гладкий. Так, в итоге вот что получается. Вот такие, на такие мелкие части я разрезала. Потом в эту же тарелку прям добавлю риса. Вот, это рис. Вот, я перемешаю сейчас. Вот, видите? И буду с имбирем кушать. Приятного всем аппетита, кто кушает. Хотите прикол? Я так хотела рис вот этот, да, с листами нури, вот с имбирем. Поела его, да, и я уже опилась. У меня такой, как сушняк, прям мне все время хочется пить. А когда я ела фрукты, в них, видать, столько влаги, что пить мне вообще не хотелось. Если здесь я все время, вот, я уже сколько, 2 чая выпила, еще 2 стакана воды выпила, то есть постоянно хочется пить. Я решила, ну его нафиг. Сейчас собираюсь в магазин, пойду куплю себе нектаринчик, ну фруктики. Может быть, даже арбузик возьму, посмотрим. Мы с Илюшей в магните выбираем арбуз. Вот это, смотри, огромный. Вот, видишь? Хорошо стучит? Внутри. Ну вот постучи. Вот постучи в этот и постучи в этот. Они прям по-другому стучатся. Ну, видишь, это как будто грубо стучит, а этот легко прям. Вот это вообще какой-то. Звучно, я же говорю, это прям звучно стучит. О. Вот. О! Слышишь? А здесь он нифига не стучит. Наверное, надо, чтобы он лежал, а не придерживать рукой. Когда ты придерживаешь рукой... Ну, наполовину нормально, наполовину. Давай вот этот возьмем. Вот этот вроде ничего так, да? Ну, да. Давай вот этот возьмем. Клади в тележку его, короче. Так, все. Мы взяли пару кило нет, здесь пару нету. 1,5 килограмма где-то нектаринчиков. Из резиновых я выбрала. Ой, нам еще огурцы, помидоры надо. Бананы взяли, 1 лимон. Арбуз выбрали. Надеюсь, он нормальный. Он не битый, хоть ты посмотрел. Блин, сейчас банан не раздавит он. Еще надо огурцы, помидоры взять. Про обстановку. Ты видел хоть кого-нибудь в маске? Нет, нас нет, не было. Ни это одного человека керамики. В маске. Ну да. Керамики не... Но керамики вот, маски не признают. Даже если кого-то застрелят, мусора не приезжают. Тут авторазбирать. Илья, хорош. Но я еще пока никого не видел, правда. Вот честно, честно. Наркоты. Ни в маске, ни в перчатках тем более. Ни одного. Так, нам нужны помидоры и огурцы. Вон печеньки, про которые ты говорил, Милка. Да, да, да. Вот, как раз сейчас акция, бери. А вот эти, кстати, вкуснее. Не, мне эти с молочной, с шоколадом, не, да? Ясно. Бери эти. Мы на днях будем делать... Мы сегодня будем делать блюдо, которое выбрал Илья. Для этого купили вот такой карбонат. Мы не стали покупать ветчину. Вместо ветчины у нас будет вот этот карбонат. Еще нам необходимо слоеное тесто, да, Илья? Да. Пошли. Слоеное тесто где-то там, в этих... Холодильник где-то здесь должно быть. Где-то вот в этой степи должно быть, по идее. Или вот в этой. Или здесь. Нет, не здесь. И не здесь. А где оно? Наверное, там. Слоеное тесто. Сейчас надо найти. Наконец-то я его нашла. Вот слоеное тесто. Слоеное тесто. Слоеное. Беру бездрожжевое, ладно? Вот. Это моя. Вот это моя цена мне не очень. Я вот это возьму. Стоит оно 90 рублей.
Так, остальное все у нас есть на него, да? Сейчас буду делать сырники, творожники, как их называют. Я буду делать в духовке, я уже включила ее. Рецепт такой. Я взяла этот творог, почему 9%, а не 5, или не 3, или не 2? Потому что этот был творог самый свежий, поэтому именно его я взяла. 3 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки манки, это манка, без муки, 2 яйца, 2 пачки творога. Хочу сказать, что знаете что? Творог должен быть густым. Вот этот магазин, который я купила, он не сильно подходит для таких сырников. Они получаются жидковаты. Соответственно, нужен творог, который, знаете, вот на рынке продается такой вот густой. Вот этот слишком жидкий получается. Я понимаю, что можно добавить еще что-нибудь, еще, но по рецепту, когда готовишь с рыночного творога, все нормально, он по густоте получается. А этот магазин, он ни рыба, ни мясо. Такой жидковатый. В итоге вот сколько штук у меня получается. 2, 4, 6, 7. 7 штучек. Сейчас мы их в духовочку на 20 минут. Как они поднялись, какие красавцы, да? Прям как булочки. Себе я порезала арбузика. Пока его только. Сырнички готовы. Та-дам! Это я уже себе наковыряла. Слушайте, попробовала я по вкусу. Классно, очень вкусно. Но они прилипают к бумаге. Во. Я задолбалась их отрывать. Вот, прямо вместе с одной. Видимо, в следующий раз я буду делать без бумаги. Да ну и нафиг. Так. Все поели. Еще я готовлю, поставила. Это рагу будет. Будет без мяса рагу. Овощное. Здесь баклажаны, кабачки, помидоры, морковка, лук. Чесночком пахнет, чесночок. Что-то еще тут у нас. Перчик с картошечком. Это овощное рагу будет. Далее. Эту кастрюляку я приготовила. Буду делать еще фаршированные перцы. И еще Андрею и Сереже окорочка поставлю. Намазала сметанкой. И в духовочку. Так. Ой, так, что там с водой? Эту воду я поставила на рис. На рис для перцев. Сейчас буду открывать перцы, морковка, лучок. И рис. Фарш еще. Фарш я взяла куриный. Так, перцы уложены. Им я сделала с куриным фаршем. Я уже говорила, по-моему. Морковка, лук, куриный фарш, рис. А себе вот это все, что вот это внизу лежит, рис, это без фарша, это мне. Еще. Сейчас вот я делаю томатная паста. Разбавляю чуть-чуть соли. Потом стакан воды. Потом сметану. И таким образом я делаю как соус.
сок, соус, да, соус, скорее всего. Заливаем. Теперь наливаем стакан воды. Берем ложку сметаны и кладем в стакан. Так, наверное, многие делают же, да? Размешиваем. В тот стакан я добавляла к томатной пасте соль. К сметане добавлять не буду. Она все равно там размешается и получится нормально. Всем доброе утро. Знаете, что я сейчас ем? Я так захотелось. Я тут на днях делала сырники с манкой. И мне почему-то так понравился вкус этих сырников, а именно манку вспомнила. И мне очень сильно захотелось манки. Я себе вот немного сделала. Хочу позавтракать именно ей.